На улице Постышева женщина-пешеход попала под колеса кроссовера. С места ДТП пострадавшую забрала скорая помощь. Водитель Nissan Murano рассказал, что направлялся со стороны проспекта Столетия на улицу Тухачевского. Мужчина не сразу заметил, как из темноты на дорогу выбежал человек. Увидев перед машиной женщину, автомобилист попытался избежать удара и нажал на тормоз. К сожалению, это не помогло. Пострадавшая ударилась о капот автомобиля и упала на проезжую часть. Стойка мешает. Плохо расположена стойка у Nissan'ов. А я сижу так, получается. Ехал в сторону дома на Карбышева. Вот получилось так. Пешеход откуда выбежал? Со стоянки. То есть сразу через дорогу? Сразу через дорогу. Скажите, пожалуйста, женщина шла, бежала? Вы знаете, я не видел ее. Откуда она взялась вообще? Ну, судя по тому, что она отсюда выходила, больше неоткуда здесь идти. Хозяин Murano вызвал на место ДТП бригаду скорой помощи. Осмотрев пострадавшую, медики приняли решение о ее госпитализации. Предварительный диагноз – ушиб различной степени тяжести и черепно-мозговая травма. После составления схемы ДТП автомобилист был направлен на прохождение медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Как показал анализ, мужчина сел за руль, будучи абсолютно трезвым.